Познакомиться с химкинским искусством теперь можно будет в интернете. Из-за распространения коронавируса работа музейного комплекса «Артишок» уходит во всемирную паутину. Сотрудники учреждения уже начали приглашать художников, которые проводят виртуальные экскурсии по своим работам и рассказывают о творческом пути. Я хотела бы обратить ваше внимание на вот эту вот работу, которую я очень люблю. Называется она «Музыка дождя». Эта работа написана только пальцами, без какого-либо эскиза. И она мне очень симпатична, потому что она передала то настроение, которое у меня было именно в этот момент. Вскоре на виртуальной экскурсии музейного комплекса «Артишок» можно будет увидеть работы десятка художников, в том числе эскизы к анимационному фильму «Собачье сердце» Александры Павловой и работы одного из лучших анималистов России Екатерины Борисовой. Онлайн-экскурсии можно будет посмотреть в инстаграме музейного комплекса или на сайте телеканала «Химки ТВ». Следите за анонсами.